Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Dino Bash путешествие во времени. Так, и у нас 9-я миссия, 5-й уровень. Так-с, ну, наверное, пойдем драться с ними, чтобы получить этого нового динозаврика. И так, 800 монет, плювик, огненный, ледяной снаряд. О! Слушай-ка, мы можем перевести с тобой нашего... Да, стегушку переводим в раритетный. Так-с, допустим. Друзья, ну что, пойдем за этим новеньким, свеженьким динозавриком. Надеюсь, он хорош. Мне сказал подписчик один, прокачивай Рэй атаку хотя бы до сороковки. Блин, я... Может быть, оно и правда хорошо было бы, ну, до 40. А как я буду вообще играть, если у меня... Так, идет охламон, ребят, надо его бомбануть. Так, кто я бомбанул? Этого... А, у меня камнепад есть. Что-то я про него и забыл. Да сгори ты уже в аду, блин. Стоит там, бомбит все мне. Ага, шига-дрыга. Заморозка. Так, по башке мы настучим сейчас. Плювики! Вы медленно плюете, а, плювики? Пора камнепад применять. Так. Друзья мои, лже бежит. Так, я его могу... Блин, да заморозка-то фигня, ребят. Вот это. Ага. Получили, всыпали мы им все-таки. Меня тут сейчас не ухоркают. Всыпали, радуйся. Непонятно чему. Так, вызываем нашего. Ага, вызовешь ты его. Что у меня дракончики мои ушли дальше, чем я? Ну что я тебя спрашиваю, происходит? Господи ты, боже мой, ну на, получи ты валуном по башке. Он в этой хибаре сидит, он ничего, ребята, особо толком не делает. Не бомбит, ничего, просто сидит, дурака там валяет. Блин, камнепад бы прокачать бы, и огненный снаряд бы прокачать. Вообще все хочется прокачать, ребят, но сам понимаешь, нет такой возможности. Хотя очень сильно хочется. Про стега я вообще молчу, я, наверное, его все не вызову никогда. Ну что мы будем, 3 часа через забор ломать, что ли? Ну... Разберитесь, короче, с ним. О, друзья мои! Бомжиха, конечно же, бомжиха. В деревянной броне. Она должна, по идее, бояться огня, как я не знаю чего. Логично? Если бы он еще, блин, пробежал бы хотя бы, блин, ну пипец. Как ты говоришь, снаряды можно управлять вот так вот? Можно, да, ребята, можно, оказывается, управлять снарядом. Только мне это, блин, ну нифига не помогает. Давай бомжиху в первую очередь уруем. Ну все, опять звезду у меня отобрали. Так это и понятно. Заморозьтесь у чертовой бабушки, а. Так, подожди-ка. Сейчас бомжиху уберем. И стегушку позовем. Вот в таких моментах самое нормальное и классное это, ребята, неуязвимость. Сейчас я эту хибарину хибарину-то я подпалил, а толку-то? Ну-ка. Не, стега нормально, ребят, в принципе, бомбит. Прокачать, да, конечно, не помешало бы его.
Так-с, мы еще одну звезду лишились, ребята. А почему их тут двое? Почему их двое здесь? О, они плюются, да, ребят? Да, они плюются. Ну, я, в принципе, и догадывался, что это будут какие-то плевуны. Так, 480, и там 300. Ну, мало, мало все равно монет. Так, Дилофа. Дилофазавр, да? Так, нам нужно получить еще одну звезду, чтобы нам хотя бы открыли дальше прохождение, блин. Та-та-та-тан, та-та-та-тан. Че тут? Ничего не получил я бесплатного, нет? Нужно 11, да, сломать заборов, чтобы получить сундук. Ну ладно, давай глянем. Давай глянем. Тут как раз и новенького нам подсовывают. Я не знаю, сколько он сейчас будет стоить. О-о-о! Бомжи прут, ребят. Армадой своей. Дай-ка я этого. Сгорел? Хламонищ несчастный. Вот так вот, я понимаю, ребят. А до тех не достало. Да сгорит уже. Только ты потратишь каком-нибудь, чтобы они горели, еще что-нибудь, начинается вот это вот. Так, я, наверное, сейчас этот дом хибару эту спалю. Ага. Так, дом, 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 дом. Есть. Бежим. Нет, наверное, все-таки действительно, ребят, надо прокачивать атаку на моего персонажа. Я не знаю. Слабы мы слабые, блин. Очень слабенькие. Ну что это, ну? Вообще несерьезная атака. Хил не атакует, ребят. Я не понял, вот сейчас юмора. А с фигалишки на них не сработал этот камнепад-то. Вот этого я не понял, ни шиша. Не-не-не-не-не-не, не надо, бомжиха, ну уйди, блин, ну явилась, блин, не запылилась, ребят. Здравствуйте, тут бомжиха плюс. Вы сейчас серьезно, блин? Да уничтожь ты эту фигню-то, блин. Там уже, ребята, доктор отлетел у нас. И бежит армада голодранцев. Ты посмотри. Сейчас будет бомбить. Ну, естественно, с удара просто. Фигня это, ребята, плювик. Он что-то как-то мало отнимает здоровье, если честно. Я даже не успел ничего сделать толком-то. Они уже рядом. Вот эти вот тут ушлепки.
Да неужели? Вообще без звезд, походу. Вообще сейчас ничего не получим. Ни одной звезды, ребят. Если такое произойдет, я тебе скажу, что прокачиваться надо. Если я уже лучников, извини меня, не могу забомбить. По нему приходится там бомбить, я не знаю, как по кому. Да, все очень плохо, ребят. Хуже не придумаешь. Ну, одна звезда. Нам, в принципе, нужна была одна звезда для того, чтобы перейти на следующий уровень. В общем, вот этот медик, он как-то не особо, ребят, хорош. Ой, медик, плевун вот этот вот. Ну, такой себе. Чуть-чуть получше, чем плювик, наверное, такой. Чуть-чуть получше, все, ребят. Сто двадцать одна звезда. И чё зависла игра? Обдумывала, наверное, открывать мне или не открывать. Так, друзья мои, я вижу вот тут мамонта. Я вижу какую-то колбу здесь. Но я просто не представляю, что меня там ждет впереди, друзья. Да. Значит, что там, атаку? Атаку. Да мне даже на атаку не хватает. До 40-го атаку прокачать, это... Друзья, в своем уме до 40-го прокачать атаку. Ты видел, сколько там стоит по ценнику? Сейчас буду отгребать. Ну, выходи, Рокки, ну... Слушай, вот тут достал меня вдалеке, который бомбит. Ты со своим хибарищем тут... Лукарь, а? Плешивый. Ну и куда ты собрался? Куда, блин? Все, задел все-таки. Так, руки, выходи. Так, надо поджигать так самого здорового здесь. Ну ядрен, смотрю, ну откуда я знал, что тут бомжиха будет? Конечно, ребята, это нехорошо, блин. Хотя два снаряда огненных. Да ладно, неужели Рокки пробил бабку эту старую? Пробил, друзья мои, он ее. Своим, так сказать, наплывчиком нах... Но опять же, огненные снаряды нам помогли здесь. Что другое. Так, ну здесь получше, здесь на две звезды. Но опять же, это только начальный уровень был. Угу. Так, а тут вот что у нас получается. Мы должны, по-моему, сейчас еще награду, нет? Не сейчас еще. Меня интересует, что вот это за пробирка там такая, а? Интересная. Куда ты разогнался?
Замечательно, их тут еще целая армада, блин. Ну я же специально отошел в сторону, чтобы, блин, не попало. Нет, они все равно достают, а? Это с дубиной очень много урона наносит, блин. Дурачок. Плювики, плювики, атакуем. Так, нормально. Это какой в каменной шлепе, блин. Доставучий такой, не могу прям. Вот этот вот. Крепкий, крепче, чем тот в обычной зимней шапке бежит. Конечно же, их тут целый отряд, блин. Конечно, тут еще будут лучники намешать, естественно. Как же без них-то? Все, пошли дальше. Мне бы хотя бы стегушку бы позвать бы. Зачем-то плювика позвал вместо стегушки. А этот вообще ревет, смотрите. Слушай, а что это? Это новый какой-то воин. Воин света, ё-моё. Да заморозь ты его, чтобы он тут не махал свой каракулей. Понял, да? Кто там идет? Слушай, а вот тот он, мне кажется, может быть показался, но, по-моему, тот плювик очень даже... По-моему, очень даже неплохо, по-моему, бомбит. Они вдвоем сейчас. Смотри, 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 смотри. Заплевывается, кстати, очень хорошо, ребят. Очень хорошо заплевывает. Но опять же, на три звездочки не успел пройти, ребят. Да. Паршивец остался там стоять. Два сундука еще в плюсе. Так, 350 монет. И еще 400, это 850 монет. Угу. 750 монет. Так, ребят, я хочу глянуть, что же это. Агр. Огрызается еще что-то. Так, бомжиха там. Что-то возмущается. Типа говоря, сейчас нас тут забомбят. Как сосунков, типа того. Этот в ушанке, иди отсюда. Эх, ты достача, а? Отловил. Ну ёпарасатан. Орёт, блин. Пришла балбесина. Я лечку достал, друзья мои. А фиг ли мне эта лечка? Лечка не поможет. Надо их глушить.
Надо ее глушить, я дуплился, ё-моё. Доглушился. Противное, да чё, не могу прямо, а? Неужели они ещё будут в железной броне? Да, конечно, они будут, ребята, в железной броне. Во всей броне, блин. Урон просто зашкаливает от нее. Да ну, по-моему, тут все, ребят. Приплыли, блин. Придурочно лезет. Все, тут уже яйцо, ребят. Не дали огненного снаряда против вот этого домика, блин. Пипец просто. Все, ребят, сейчас начнется. А все ближе, 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 ближе подходит. Не получится, ребята. Разнесут меня сейчас. Сейчас один удар. Я даже этот дом не могу разнести. Ты посмотри, я все уломаю. Там уже второй подходит. Все, сейчас удар бабка делает. Хана яйцо. Как я должен вот этими дерьмоснарядами тут проходить, ребята? Молодцы. Ну, не зря она угрожала, эта бабка там, блин. Орала там что-то, блин. Ладно, давай-ка мы попробуем пройти. Нам нужны деньги, для того, чтобы деньги. Нам нужны сундуки, ребят. Так, тут 4 разрывных снаряда. Давай попробуем пройти этот этап. Понятно, как всегда, ордострел. Здесь они еще не такие сильные, блин. Там что-то аж вообще, ребят, зашкаливает. Слушай, это случайно не тот уровень, где их тут будет орда целый идти? По-моему, это он и есть. Бомбанули. Ай-яй-яй-яй-яй. Не получается. Не получается этот этап, ребята, пройти. Я не знаю, что делать. Качать снаряды, что ли? Что надо? Они бесконечные, ребята, бесконечные. Бегут, блин, сломя голову. Что ты тут с ними сделаешь, я не знаю. Без понятия вообще.
Рокки слишком долго восстанавливается, чтобы быстро здесь атаковать. А эта армия тут, сам видишь. Две звезды уже нету, ребята. Фигня полная. Это лишний раз подчеркивает о том, что какие мы слабые еще. И мы слабые, и атака у нас слабая, и все слабое у нас. Бесконечно идут. По их мнению, я должен был вот так вот стоять и бомбить, несмотря на то, что тут армия на меня этих бомжей идет. Я должен стоять был и забор вот так ломать в одно лицо. Это немыслимо. Ну да, по ходу дела должен ломать, блин, забор, чтобы они больше с портала не шли. И только в этом случае у нас был бы какой-то прогресс. Получается так. Но ты сам подумай, что я бы тут вот один бы стоял бы возле этого портала. Несмотря на то, что у тебя бежит армада бомжей. Пускай они даже не очень сильные относительно. Ну я должен тут был с ними драться. Красавцы просто. Просто, ребят, красавцы. Что я могу по этому поводу сказать? Да. Молодцы, придумали этапчик. 800 монет. Два самоцвета. Двенадцать тысяч стоит валун. 12 тысяч. Этот 7 тысяч стоит. А, до 40. Все, я понял. До 40 прокачать. Ну, до 40 еще, может быть, могу, ребят. Но не сегодня, потому что сегодня у нас уже закончилась энергия, к сожалению, ребят. Ну, очень жестко, конечно, идет. Я не знаю, тут надо фармом заниматься или что-то делать. Просто вот этот этап. Что этот сейчас, который мы с тобой играли, что тот. Ладно, ребята, давайте на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!